уже прямо подходит. Тогда скажите ему, чтобы на подкорму погрузить все. А? Скажите ему, чтобы он не уезжал, на подкорму все погрузить. Ну, да, жаря. А то мы сюда так скажем. Мы так утащим, да и спросим его, что там грузить. Ну, там у него тяжелые детали. Там за масло у него тяжелое очень. Погрузить туда. Погрузить до завтра. Да до дома у вас вот рядом пойдет. Пусть погрузит. Сейчас проводим, ребят. Ну пусть они довезут, у вас там спрячем их. Пусть погрузят вот кого это. Спрячем? Вот это вот перевезти к вам туда. Давайте так. Сделайте так, пожалуйста. Помогите ему погрузить. Подремонтируем. Вам сгодится. Я ему веревочку оставил. Хорошо. Что-то там, что у него там выпало? Что у него там случилось-то? Какая беда? А там шпонка выпала. Откуда? Такая железная штучка. Переключать скорость надо, да? Как она там называется? Нет, не скорость. От педали. Как же так? Не заладилось, вот привезли. Что-то там выпало где-то. Самый опасный тополь. Столько у него здесь вот этой. Гнилой большой сук. Убрать не можем. Уже дело к потемкам идет. И не могут завести бульдозер, чтобы он сошел.
Это он стоит как раз, где вода весной течет. Пруд тут. Вот он как. Помоги, Господи, разгрузиться. Туманно. Я сделаю трактор, а сколько вылетело из сцепления. И куда лет? Thank you.
завтра. Мы готовим у вас вот рядом. Пусть погрузят. Сейчас проводим, ребят. Ну пусть они вам где-то далеко вас спрячут. Пусть погрузят. Ну вот, значит. Вот это вот, три месяца сюда. Давайте так. Сделайте так, пожалуйста. Что, снимать? Снимать все, что тихо. Он здесь проедет, нет?
читали ты? Нет. Я говорю, вам надо расписаться, документы. Алексей, чтобы расписался, там и поехали. А я что буду давать деньги? С ними я не договаривался. Бульдозер им не принадлежит. Все. Все? Все как положено, да. Теперь помочь ему туда затащить все. Вот бензин все где-то поставить здесь. Вон там он красивый может. Мне чай. Мы чай не заварим, только травы какие-нибудь. Ну хоть травы. Вот такая, я не помню, у меня маленькая есть. Ну посмотрите. Так, Володя, убрать это отсюда с дороги, чтобы не мешало. Отремонтировали? Ну, капнуть сварки надо. Завтра с утра. Там чугуняка. Резьба обыгралась. Я сделал, но вот съехали, мужиков освободить. Завтра, если сварка, ну, кто, ну, через Володю или как. Ну, инвертор есть, я сам залезу, капну. Ну, если разрешат. Аппарат тей. Ну, так, все. Хорош. Так, куда же сюда нельзя? Ну вот, за листок или на листок. Руки уже не гнутся от железа, Володя. Да, это понятно. Шахта, все. Ну, все, в принципе, понятно.